Лень. Хорошо это или плохо? Ну, вроде бы с ленью так понятно, что хорошего от нее мало, потому что если человек ленится, он меньше инвестирует в себя, в жизнь, да, ну, я не знаю, в работу, в других людей, в отношения там, и так далее, и как результат у него плохой, так сказать, прибыток. Прихода нету, инвестиция недостаточная. С другой стороны, ну, лень это же, с другой стороны, можно посмотреть как на внутреннюю работу. Понимаете, одно дело, конечно, когда лень, вот она, и там люди вот все где-то сидят, все бессмысленно, да. Другое дело, лень — это человек распределил ресурсы, подумал, что вот это, может быть, не так важно, и занялся внутренней работой, медитирует, так сказать, самоулучшается всячески, понимаете. Ну, такая лень, она снаружи лень, а для него вот такая просто гармония внутренняя. Как вы думаете, может такое быть? Если обсудите в комментариях, мне будет интересно посмотреть.